Тяжелая штука. И бьет мощно. Здравствуй, Элой. Меня зовут Марат Безгрешный. Идем со мной. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Что это значит? Где Эрент? Внутри. Он у Короля Солнца. И нам нужно туда как можно скорее. Прошу за мной. Все эти люди пришли к Королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Король желает взглянуть на тебя. Укротительница машин, которая подмечает все детали. Это так интригует? Я не хочу интриговать. Поздно. Сначала азерамский наемник проходит мимо очереди. А это-то зачем королю сдалась? Скажите на милость. Какая-то дикарка проходит вперед меня. Я тут уже 2 часа торчу, а какая-то девка проходит сразу. Ерунда. Аристократы как дети малые, которые вечно ноют и требуют сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтешь его весьма разумным. Та самая Элой, что может видеть незримое. Я рад. Ты оказала мне большую услугу. Эрент, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрзы другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азерам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы Жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Азерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоляном утесе. Войска у границы могут спровоцировать Азерам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрент, Марат, пока оставьте нас одних. Неловко просить после всего, что ты сделала. Но для меня это исключительно важно. Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажен. Он считал, что кровавая жертва — ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах. В основном в Азерам. Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в круге солнца. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу?
Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить соплеменникам, поддержавшим меня. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым. Я ошибся. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азирам, я бы не смог освободить Меридиан и положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своим. Именно поэтому я должен вернуть ее. Скорее. Я хочу узнать побольше о Доме Солнца и его политике. Ну, конечно. Говорят, вы бог солнца, убивший отца, чтобы объединить племена в гармонии. Молва не лжет? Говорят, ты видишь незримое, попадаешь в древко стрелы и укрощаешь взглядом машины. Неужели молва не лжет? Ну, почти нет. Что ж, я бы рад объединить племена в гармонии, но ты сама видишь, какая ко мне очередь просителей. Может, через недельку? Неплохое местечко. А видно отсюда маленьких людишек внизу? Не одобряешь? Ну, скажу тебе по секрету. И я тоже. Но имей терпение. Нельзя сразу проснуться в новой стране. Станет ли она новой, если править из дворца? Может быть. В будущем. Если мне помогут такие, как ты. Очень сложная она, ваша политика. То есть Азирам — это и друзья, и враги. Я бы не смог освободить Меридиан без помощи Эрзы и ее азирамских бойцов. Многие из них остались здесь. Но старейшина азирамских кланов Жили не может смириться с их успехами. Как и высшие слои Карха. Ситуация сложная. Особенно если учесть, что отец много лет совершал на Азирам набеги. Эрза держит мир. Обещает своим людям взаимную выгоду. Но такие, как Дервал, навсегда затаили злобу. А кто такие эти Карха Тьмы? Зачем им нападать на Эрзу? Это горстка тех, кто остался верен отцу. Сидят в закатной крепости к западу отсюда. Как и мой отец, они любят только власть. И алчут силы солнца, надеясь обрести ее через ритуальные кровопролития. Эрза помогла мне изгнать их, они ее заклятые враги. Дервал знал, на кого валить вину. Мне надо идти. Знаю. Что ж, говорят, король не просит. Но умоляю, найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду.
пригодишься. Большой дуболом! Может пригодиться. Просто не попадайся ему на глаза. Интересно, она согласится показать оружие? А
Вот смоляной утес. Агент Марада должен быть на рыночной площади. Зачем только так выделяться на поле боя? И где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. Конечно. Как-нибудь выпить сэр Эндо. Он-то умеет наслаждаться жизнью. Тут недавно был кто-то. И явно спешил. Это агент Марада. Люди Дарвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да, таким картам стоит следовать. Вот смоляной утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дарвал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда. Надо отдать должное Аваду. Может, он и одевается по-идиотски? Зато в доме солнца нашлось место для этого. Заметили.
Возвращайтесь к своим делам. Я сползаю. Машины. Их сковали цепями. Дервал, техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо. Мы тебя прикроем. Люди Дервала. Сейчас начнется. Очень надеюсь. И она хочет подраться. Thank you.
Теперь никто нападает на авангард! Эрза наверняка где-то здесь. Ищем. Тебя убить.
Наверняка там. Надо прорваться. Вот чем они защищаются от этого жуткого звука. Я это возьму. Эрент, Дервал пытал меня. Он мало знает. Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти. Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак. Дервал прислал письмо. Вызвал меня на переговоры. Я знала, что это ловушка. Потому не взяла тебя. Чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы. Думала, что справлюсь. Послушай... Дервал сделает в Меридиане что-то страшное. Сказал, Ават увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполни, братец. Эрза. Нет, нет, не умирай. Я не подведу. Обещаю. Эрент, соболезную. Надо найти Дервала. Но Меридиан такой большой. Я осмотрю его вещи. Может, найду зацепку. Рабочие записи из мастерской. И какое-то письмо вложено. Он переправлял в город огнежар. Найдем его, найдем Эдервала.
Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре.